Раз на новом месте. После многолетних скитаний члены общественной палаты наконец получили крышу над головой. На первое заседание приехал губернатор. Обсуждение началось с самых волнующих социальных проблем жителей области. Вопросы социальной ипотеки, льготного проезда на общественном транспорте, алкоголизации населения, пропаганды здорового образа жизни. Это лишь то немногое, что успели озвучить на встрече члены общественной палаты. Мы вот сейчас видим с правительством Саратовской области новых, так сказать, условий. Это наши партнерские отношения. Мы должны конструктивно выстраивать отношения, ставя перед исполнительной власти те вопросы, проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются жители Саратовской области. Партнерские отношения, по мнению руководителя общественной палаты, залог эффективной работы. Александр Ландо предлагает закрепить своих коллег за районами области, которые смогут работать в тесной связи с министрами правительства. Общественники также подчеркивали необходимость создавать и поддерживать саратовские бренды. Для нас очень важно сегодня поменять имидж области. Не называться по-другому, а поменять отношения всех, прежде всего, инвесторов и партнеров к области. Потому что сегодня полный негатив к области. Не надо никого хвалить, но надо ростки показывать, надо динамику показывать, надо менять отношение к области. Надо говорить, что наша наука лучшая в Российской Федерации. Это так, и мы подтвердили, один из 29 вузов инновационных сегодня находится исследовательских в Саратовской области.